С 1 августа в общественном транспорте автоколонны 1948 введена электронная система оплаты. В связи с этим изменился порядок входа-выхода в автобус. Заходить теперь следует в переднюю дверь, сразу оплачивая проезд, а выходить через заднюю. Да, будет какое-то неудобство для граждан, это будет переходный период. Но я думаю, другие перевозчики нашу инициативу поддержат. Все-таки, если мы во всем транспорте у всех перевозчиков будет единый порядок входа-выхода в автобусах, то это не создаст каких-то неудобств для пассажиров. Выход происходит в заднюю дверь. Беременные женщины, женщины с детьми, с колясками или еще с каким-то, они имеют право выхода в любую дверь. Новая схема потребовалась в связи с изменениями в законодательстве об обязательном страховании пассажиров. Оно гласит, что каждый пассажир должен быть застрахован и иметь билет, несмотря на бескондукторный режим. Руководствуясь этими изменениями, перевозчики ввели для льготников электронные карты, и оплату за проезд можно производить как наличным, так и безналичным способом.